Всем привет! Вы на канале Family Time на кухне. Меня зовут Лена. Сегодня мы будем готовить мятное печенье. Мята уже выросла в огороде, поэтому готовить из нее можно начинать. Такое печенье одно из моих любимых. Оно очень ароматное и поистине мятное. Готовится оно буквально 5-10 минут. На выпечку также мало времени. И можно спокойно садиться за стол пить чай. В блендер добавляю лепестки мяты. Я использую лепестков так, наверное, 15. Можно использовать 6-7 для более мягкого аромата. Но я люблю именно насыщенный. Поэтому попробуйте поначалу много не добавлять. Если нужно, увеличивать. Также туда нужно будет добавить сахар. Сахара добавляем 120 грамм. По желанию можно добавить ванильную эссенцию. И хорошо пробиваем блендером. Затем получившийся сахар с мятой добавляем к одному яйцу. И будем заново перемешивать, только уже миксером. Добавим 2 чайные ложки лимонного или лаймового сока, 100 грамм мягкого сливочного масла. В муку добавляем щепотку соли и разрыхлитель. Разрыхлитель у меня 7 грамм. По желанию в печенье можно добавить краситель для более насыщенного зеленого цвета. Я добавляю буквально пару капель. Потихоньку добавляем муку и будем замешивать эластичное мягкое тесто. Готовое тесто ложим в пакетик и убираем в морозилку на час. Чем лучше охлаждено тесто, тем больше трещинок на нем будет. Тесто пролежало на чар с морозилки. Также я подготовила сахарную пудру. Отщипываем небольшой кусочек от теста. Крутим кругляшки. И обволакиваем сахарную пудру. Чем больше сахарной пудры, тем вкуснее. Вот такие кругляшки у нас получились. Отправляем в духовку до готовности. Готовлю их около 170 градусов. Иногда им можно поставить побольше, либо поменьше. Это зависит от вашей духовки. Готовятся они около 15 минут. Но это также нужно смотреть по духовке. Поэтому ориентируйтесь на то, чтобы печенье не подгорело. Когда печенье начнет подрумяниваться и вы его достанете, оно может быть слегонца мягким. В этом нет ничего страшного, при остывании оно станет более плотным. Вот такое яркое и вкусное печенье у нас получилось. Если вы любите мяту, оно вам обязательно понравится. В меру сладкое, в меру мятное. А самое главное, очень быстро и очень просто. Не потратив лишнего времени, можно порадовать всю семью. Я желаю вам приятного аппетита, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, любите ли вы мятное печенье. С вами была Лена, пока-пока!